Привет, мой дорогой друг, приготовь свой маленький, сладенький, узенький ротик, потому что сейчас им придется знатно поработать. В этом видео мы будем с вами учиться одному элементу из битбокса. Я его только что нашел максимально спонтанно, потому что я иногда всякую фигню делаю. Короче, ни хрена ничего не умею, просто хочется чему-нибудь хоть научиться, хоть какому-то нормальному элементу, потом чтобы делать нормальный бит. Я не знаю, мне как-то это прикольно делать. Нравится мне, но профессионально как-то не хочется заниматься, то есть прям чтобы сидеть, изучать. А вот для видоса вместе с вами изучить параллельно, чтобы вы смогли выучить и вы, и я. То есть максимально обычный человек, такой же, как и вы, сел. Тут ролик называется «Клик-ролл за 10 минут. Легкий способ битбокс обучения чему-то там». И я думаю, многие его знают. Это у нас Валентин Фокин. Валентин Фокин, короче, друзья. Сейчас будем учить элемент клик-ролл, короче, за 10 минут, как он говорит. Это, короче, звук пленки. Сейчас он вам все как раз и расскажет. Сегодня мы с вами разговариваем про клик-ролл. Звучит он таким образом. Я практически не пользуюсь этим звуком именно в чистом виде, кликролом, потому что в дальнейшем, когда мы с вами будем изучать все остальные звуки, при помощи кликрола можно сделать очень много всего интересного. Прямо сейчас приготовьтесь, сядьте поудобнее, на 10 минут я вас отрываю от всего внешнего мира. Мы будем с вами учить такой элемент, как клик-ролл, обычный человек. Чисто по приколу, по фану, чтобы можно было перед друзьями как бац, звук пленки сделаю. И все таки, в смысле, как, научи! Первое, что вам нужно, это понять, каким образом происходит вдох. Делается он так же, как и клик. Вот только здесь есть очень важный момент. Язык должен стоять немножко по-другому. Прямо сейчас это не так важно. Вам нужно будет сейчас поставить язык не так, как при клике. Язык нужно будет завернуть еще дальше. То есть вот так. Только прижать его глубже, туда, к небу, так, чтобы он прям прилегал. Уведите его максимально назад. Ну, не прям так, чтобы в горло залезть, но поставьте его хотя бы под 90 градусов. Кончик языка также упирается в небо. И мы начинаем втягивать воздух, так как при клике, но делать это медленно. Язык при этом не нужно будет отпускать, чтобы он ударялся вниз. Нужно сделать так, чтобы язык оставался на месте, а воздух проходил. Тогда, когда язык ваш будет стоять именно вот таким вот образом, воздух, проходя через язык и небо, будет оттягивать язычок назад чуть-чуть. И он будет создавать вот такой звук. Ребят, что меня в этой обучалке радует, что мои звуки примерно похожи, схожи с его звуками. Потому что когда я учил элемент из битбокса Липрол с Тимой Мацони по его видосам, вообще вот это... Я до сих пор не научился, я не понимаю, как это делать, нам как-то на вдохе в себя... Фигня полная, короче, там реально у меня не получилось, но элемент нереально круто звучит. Вот этот, я думаю, сможете выучить и вы, так и я. Продолжаем. Вам нужно попробовать. То есть ставим язык вот так, максимально уводим его назад и начинаем тянуть воздух так, чтобы он проходил через центр. Пока что попробуйте через центр, но можно уводить в какой-нибудь бок. Тут не важно, главное понять, как вдыхается, и вдыхается продолжительно. Язык может щекотать немного, но это не страшно, просто посильнее прижимайте язык, и тогда щекотка будет не такой мощной. Если у вас получается делать вот этот вот звук, то постарайтесь сделать его максимально медленным и продолжительным. Максимально медленным и продолжительным, друзья. Давайте пробуем вместе с вами. Прям садитесь перед монитором и готовьте свой язычочек. Поехали. Сейчас. Да блин. Похер. Продолжаем. Это важно. Ведь сейчас главное это понять, каким образом происходит вдох. Как вы втягиваете воздух и как создается вибрация.
Ребят, не задохнитесь только своим языком. У меня язык-то короткий, по сути. А язык у меня вообще реально короткий. А у кого-то реально там вот такая вот. Балдень, аккуратней там, пожалуйста. Вибрирует по небо, когда воздух входит, и создает вот этот звук. И теперь все, что нам нужно для того, чтобы получился фликроу, это поставить язык немножечко все-таки подальше, то есть под 90 градусов делаем. Я буду пробовать с вами делать этот же звук. Какой под 90 градусов? Куда под 90 градусов? Ух, то есть кликролл через неудобную мне сторону, потому что я делаю через правый бок. То есть у меня язык немножко загибается вот так. Вот таким вот образом. Не просто вот так, а вот так немножечко. Делать его можно как угодно. Но у меня вот на правую сторону, это моя привычная сторона, как есть у кого-то рабочая сторона лица для фото, вот у меня рабочая сторона языка, это правая. Левую сторону я совершенно не оттачивал, поэтому буду пробовать вместе с вами. Вы ставите язык вот таким вот образом. Под 90 градусов. И вот эту сторону немножечко отгибаете. После этого вы максимально расслабляете язык, держа его вот в этом углу. И начинаете втягивать воздух. Язык начнет отщелкивать. Щелчки эти будут супер отвратительные. Но это не повод расстраиваться, это все растачивается. Короче, ребят, под 90 градусов он, походу, имел в виду, что язык не вот так, а повернут. Получается, вот мой язык, да, вот, допустим, вот он. И мы его, короче, должны повернуть немного, вот таким вот образом, друзья. Короче, я так понял. Пробуем. В чем здесь прикол? Весь прикол в том, что вот в этом галимом звуке есть несколько щелчков. И если вы более-менее расслабите язык и будете вдыхать равномерно, воздух будет проходить равномерно, то язык будет микроотщелкивать. Будут такие микрощелчки, которые как раз-таки и есть кликролл. И все, что вам нужно для того, чтобы отточить кликролл, это втягивать воздух медленно. И делать так, чтобы амплитуда колебания вашего языка, отщелкивания языка, была одинаковая. И тогда все будет четко. Когда я учился делать кликролл впервые через правую сторону, я научился через 2 дня делать уже сносный кликролл. Я уверен, что у вас получится точно так же быстро, как и у меня, если вы уделите этому звуку много времени. Тем более то, что он простой, его нужно делать постоянно. Вы можете дышать во время создания этого звука, то есть вы когда делаете... Вам ничто не мешает его делать, поэтому тренируйтесь усердно и как можно дольше. Итак, для того, чтобы отточить этот звук, вам нужно будет делать несколько вещей. Во-первых, делайте этот звук медленно и как можно дольше, то есть растягивайте его. Вам нужно сделать так, чтобы амплитуда колебания, отщелкивания языка была всегда одинаковая. Сразу это не получается, но со временем, естественно, будет. Просто делайте это медленно, оттягивайте, и все получится. Кстати, я делаю кликролл, сжимая зубы. Но поначалу ваш язык должен привыкнуть к щелкиванию. И лучше делать так, чтобы положение вашего рта, вашего речевого аппарата было всегда одинаковое. Поэтому сомкнули челюсти и делаем. Блин, через левую вообще неудобно. Делайте это, как я уже говорил, продолжительно. И переходите к второму этапу. Потренировались и начали делать по-другому. Делаем любой звук и после этого кликролл.
Это нужно для того, чтобы ваш язык успевал перестраиваться после любого звука на кликрол. То есть это просто тренинг, чтобы вы могли в любой момент использовать кликрол, если вам это понадобится. Возвращаемся к первому этапу, где мы просто ставим язык обычной перегородкой. Вот так вот. Он сказал, смыкая зубы. Смыкая зубы как-то не получается. Получается вот с открытым ртом. Да! Я думаю, у всех получился данный звук. Все молодцы, я вам похлопаю. Теперь делаем другой эффект. Язык также перегородкой, но мы его поворачиваем, короче. Получается так, что бац, он вот так вот к нам, бац, ставим его перпендикулярно под 90 градусов. Долбаная геометрия. Пробуем. Вот что мне нравится в элементах битбокса, вообще в принципе в битбоксе, тебе не нужны никакие вспомогательные вещи. Ты можешь тупо идти по улице домой вечером, днем, утром, там, в школу. Ты можешь идти вот эти, не знаю, 10, 15, 20, полчаса жизни, когда ты просто идешь в наушниках, слушаешь музыку. Можешь без ушей идти и просто пробовать оттачивать элемент. Просто делать, делать и делать. Серьезно, это ведь очень прикольно. Прямо сейчас я ухожу опять же по делам. Пока я там по делам хожу, езжу, брожу, я пробую этот элемент. И в конце видео мы с вами пробуем его сделать. Ребят, поэтому вы отматываете опять назад, опять все пересматриваете с того момента, где начинаются попытки того, как мы пытаемся сделать данный элемент битбокса. Поэтому погнали. Учение свет, а не учение тьма. Фух. Прикол в том, что он показывает за 10 минут азы. А вот чтобы наработать до самого кликролла, вот такого вот, нужно время, нужно 2 дня, неделю и так далее. Все зависит от того, как ты будешь усердно работать над этим. Я заметил, что у меня лучше получается, когда небо и язык влажные. Я сейчас смочил и делаем. Ладно, ребят, теперь берем и поворачиваем язык под 90 градусов, насколько это возможно. Я решил, я буду делать на правую сторону, это у меня правая, если что. Как раз прослеживается колебание языком. И вот эти колебания, как он уже говорил, нужно растягивать до того, чтобы амплитуда была одинаковой. Вот эти вот моменты в промежутках и медленные. За счет этого как раз и будет получаться кликрол, блин, как он говорил. Но это практика, ребят. Во всем, везде нужна практика. Нет, звук аналогичный, похожий с его звуком на левой стороне, где он как раз тоже пытается делать этот кликрол сбоку на левой стороне. Значит, надо пробовать, 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 пробовать. Да, блин, во всех элементах пробовать надо. Я хочу вот сразу, чтобы бац, и сразу все. Ребят, я надеюсь, что вы также сидите вместе со мной, страдаете фигней, пробуйте это делать. Хорошо, что у меня дома почти никого нет. Потом вы пришли. Артём, ты что, дебил? Что за звуки сраные издаешь? Вау. Круто, кстати, выглядит, ребят. Зацените, как выглядит четко. Воу. Воу. Он и сам не умеет делать на левую сторону. То есть он за 10 минут тоже не научится. Это надо пробовать, 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 как он говорит. На правую-то у него шикарно получается. На левую надо тренироваться. А так, ребят, все зависит от практики, так и абсолютно во всех делах. Поэтому, ребят, не бросайте дело, которое начали, доводите всегда все до ума. Ролик я заканчиваю. Этот элемент я постараюсь выучить, потому что вроде он прикольный и неплохой. Когда я буду записывать видео про битбокс, скорее всего, это будет про хамин. Все, ребят. Ну вот какие-то такие звуки у нас получаются. Все, ребят, ладно, я был рад вашему просмотру. Я надеюсь, у вас тоже получилось сделать то, что получилось мне. И даже надеюсь, что у вас получилось сделать этот элемент не то, что у меня, как бы, да? Я уже не такой способный, как вы, это по-любому. Все, я рад вашему просмотру, дорогие мои. От души всем, пока-пока, до следующего видео.